Итак, здравствуйте, я снова вас приветствую на своем канале «Здоровье и красота от морковки». И в этом видео я хочу с вами поговорить, а куда уходит вода. Дело в том, что многие жалуются, что в колодцах уменьшилась вода, да и водоемы и реки обмельчали. Что происходит? Куда вода уходит? Куда она исчезает? Как-то однажды я услышал от одного человека, он сказал, что во всем виноваты нефтедобывающие компании, а также добычки других полезных ископаемых, такие как шахты, из которых не только вода исчезает, но и происходит землетрясение. Как он объяснял, когда выкачивают нефть, а выкачивают ее миллионными тоннами каждый день по всему миру, между прочим, то в земле образуются пустоты. А как вы знаете, природа не терпит пустот. Поэтому они должны быть заполнены чем-нибудь. Также он объяснял, чтобы поднять нефть, которую уже трудно достать, закачивают под землю воду, а это миллионы-миллионы кубометров воды. Она может быть морская, если добывается это в море, либо пресная, пресноводная. И еще очень важный момент. Дело в том, что когда образуются пустоты, земля при этом начинает двигаться, и могут образовываться провалы, а также, как вы заметили, участились землетрясения и другие техногенные катастрофы, как, например, в прошлом году произошли огромные пожары по всему миру, особенно в Австралии. Да и сегодня в Сибири горят леса. Все это связано с тем, что земля начала сохнуть. Конечно, есть и поджигатели, которые специально поджигают лес, когда они вырубают этот же самый лес, чтобы скрыть свои следы. Но тем не менее, также из-за добычи нефти и других полезных ископаемых природа очень сильно страдает. И самое страшное в том, что мы в этой природе и живем. И чем больше страдает природа, тем это больше отражается и на человека. В общем, друзья мои, вот такие дела. Есть над чем подумать. А на этом все. Оставляйте ваши комментарии, что по этому поводу думаете. И до новых видео. Пока!